Максим Егоров пообщался с бойцом, а затем военнослужащий, которого 8 декабря минувшего года звездой Героя России наградил президент Владимир Путин, получил ключи от нового УАЗа. Их вручил руководитель сельхозпредприятия «Оржевка» Сергей Костерин, который активно помогает нашим бойцам на фронте уже не первый год. Вам хорошо отдохнуть. Спасибо. На родной земле. И Сергей Анатольевич, я вам благодарен за письмо. Спасибо. Мы защищаем вас, чтобы потом был у нас мир на небо над головой. И чтобы мы вернули, так сказать, свои земли и наших людей, которые находятся на территории Украины. Затем Эдуард Козымов встретился с представителями детских и волонтерских организаций. Он ответил на их вопросы и рассказал, как однажды его штурмовая группа обнаружила скрытый опорный пункт украинских военных в населенном пункте в ДНР. Благодаря неожиданной атаке с тыла противника удалось сбить с толку, разгромить его позицию и захватить.